все объекты выполнены качественно, в срок, никаких претензий у нас ни со стороны жителей, ни со стороны органов местного самоуправления не возникло. Дети очень хотели, им некуда заниматься, ходить, а сейчас их отсюда не выгонишь, ни маленьких, ни постарше, которые. Это будет очень ярким примером в Белевском районе для стимула других сельских старост к участию в конкурсе. У нас очень много многодетных семей, плюс у нас центр милосердия есть. 124 ребенка. Интересно, что маленькие дети иногда взрослым показывают, как надо заниматься. И это очень хорошо. Мы очень довольны, что у нас стала эта площадка. Подрядчику у нас нет никаких претензий. Все вовремя поставили, оборудование все работает. Дети очень довольны, как вот поставили все. Здесь целыми днями, вечерами все каникулы дети здесь пропадали. И родители здесь были с ними. Центр населенного пункта, рядом детская площадка, рядом сквер. Уверен, что жители уже опробовали эту площадку. И уверен, что она будет пользоваться у них, несомненно, большим вниманием. Быстро, хорошо приезжали подрядчики, работали. Заниматься ходят и дети, и взрослые. Всем интересно. Все рады, довольны, что у нас площадка увеличивается в размерах. Вы молодцы, что такую активность проявляете. Вот, это замечательно. А вам спасибо, что вы поддерживаете проект. Да. Стараемся. Каждый такой объект, каждая такая площадка является определенным таким стартом для развития этих территорий. Этот конкурс объединил и людей, и органы местного самоуправления, и нас. И я думаю, что все вместе потихоньку мы будем добиваться тех задач и результатов, которые перед нами ставят. И это в первую очередь благополучие нашего населения.